вечер, дамы и господа. Добрый вечер, друзья. На сцене лауреат международных конкурсов «Филармонический хор» имени Сафонова. Дирижер хора Елизавета Письменная. Откуда к нам пришла зима? Не знаешь ты, никто не знает. Умолкло все. Она сама холодных губ не разжимает. Она молчит. Внезапно, вдруг упорство, ты ее не сломишь. Вот оттого так каждый звук зимою ты так жадно ловишь. И ты, входя в свой теплый дом, сбежав к себе, скажи на милость, не думал ты хоть раз о том, что где-то здесь она таилась? И люди все, и все дома, где есть тепло покуда, произнесут: «Пришла зима!» Но не поймут, откуда. Георгий Свиридов. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро» из хорового концерта «Пушкинский венок». Еще ты время.
Антон Рубинштейн. «Горные вершины». Солистки. Дарья Минец, Елена Одинцова. Сергей Танеев. «Посмотри, какая мгла». Слова Якова Полонского. Виссарион Шебалин. «Зимняя дорога». Стихи Александра Сергеевича Пушкина.
А ночь действительно была необыкновенно хороша. Ветер разогнал тучи, и луна сияла на чистом, темном синем своде. В ночном пейзаже было что-то сказочное. Луга, залитые потоками лунного света, казались бездонными озерами. Стройные и прозрачные березы дремали, точно заколдованные тихой ночью. И все это призрачное, обольстительно прекрасное царство света и теней показывалось на одну минуту и исчезало, давая место новым картинам. Александр Варламов. «Уходит вечер». Слова Николая Коваля. Чтобы я рассказала тебе про наше Рождество. Ну что ж, не поймешь чего, подскажет сердце.
Наше Рождество подходит издалека, тихо. 6 недель постились, в сочельник под Рождество бывало до звезды не ели, кутью варили из пшеницы, с медом, ставили под образа на сено. Почему? А будто дар Христу, ну, будто он на сене, в яслях. Ко всеночной выйдешь, певучий звон и звезды. В окошках розовые огоньки лампадок, а воздух синий, серебрится пылью, дымный, звездный. Звездный звон, певучий, плывет, не молкнет. Сонный звон чуда, звон видения, славит Бога вышних. Рождество! Идешь и думаешь, сейчас услышу ласковый напев, молитву особенную какую-то. Григорий Львовский. Рождество Христово. Вожделенно приветствовать ее сими именами. Она — храм, в котором обитал крепкий царь царей. Она и новое небо, потому что в ней воссиял царь царей и пришел в мир, у нее заимствовав образ, в ее облегшись подобие. Она — виноградная лоза, произрастившая гроздь. Она источник, потому что живая вода истекла из нее жаждущим. И вкусившие питья сего дают стократные плоды. Сергей Рахманинов. Концерт в молитвах неусыпающую. Не усыпай.
Константин Шведов, отче наш. Мечтаешь, святки, елка, в театр поедем. Народу сколько завтра будет? Перед Рождеством дня за три. На рынках, на площадях лес елок. А какие елки? Как отогреется, расправит лапы чаща. Стоят в снегу. Мужики в тулупах, как в лесу. Народ гуляет, выбирает. Собаки в елках, будто волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в елках. Эй, сладкий сбитень, калачики горячи! До ночи прогуляешь в елках, а мороз крепчает. Небо в дыму лиловое, в огне. На елках иней. Морозная Россия. А, хорошо. А тепло как. Yeah.
Как вы поняли, друзья, прозвучала русская народная песня «Веники». Украинская народная песня «Щедрик» в обработке Михаила Леонтовича. Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь поступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа. Морозило сильнее, чем с утра, но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Рождественские колядки. Ночь тиха. Silent night. Партия органа. Лауреат международных конкурсов Тимур Карданов. Oh.
Великий государь-царь и великий князь Петр Алексеевич указал впредь лето счислять в приказах и во всяких делах, и крепостях писать с нынешнего января, с 1 числа от Рождества Христова 1700 года. А в знак того доброго начинания и нового столетнего века перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых, елевых и можжевеловых. Да в знак веселья друг друга поздравляя Новым годом и столетним веком. Когда на Большой Красной площади огненные потехи зажгут, и стрельба будет, потом по знатным дворам и по улицам большим огни зажигать из дров или хворосту, или соломы. Произведение Сергея Никитина «Диалог у новогодней елки». Солисты Дарья Минец, Иван Безбородов. Музыка Микаэла Таривердиева. Свободная обработка Якова Дубравина. «Мне нравится». Солистка Олеся Гурова. Мне нравится, нравится.
До чего же все-таки прекрасна зимняя новогодняя пора? Это то самое время, когда каждая минута приближает нас к настоящим чудесам. Зажгутся бенгальские огни, со всех сторон послышатся хлопушки, заиграют разноцветными огоньками гирлянды, отражаясь в новогодних шарах. И во всей красе предстанет пред гостями зеленая красавица-елка. А под ней подарки. Вот она, настоящая зимняя сказка. И как знать, возможно, в этом действительно проявляется волшебная сила новогодней ночи, когда исполняются желания и появляется надежда на то, что все хорошее нас ждет впереди. Джеймс Пьерпонт, The One Horse Open Sleigh. John Williams, Double Trouble. Double trouble.
каждым годом мы становимся взрослее, а список желаний на Новый год становится все меньше и меньше. А то, что мы действительно хотим, увы, нельзя купить. Пусть же в наступившем Новом году у каждого сбудутся самые смелые желания. Бенни Андерсон, Happy New Year. Солисты Иван Безбородов, Елена Афанасьева. Thank you.
концерте принимали участие филармонический хор имени Сафонова. Дирижер Елизавета Письменная. Концертмейстер Татьяна Шишкина. Солисты. Дарья Минец. Олеся Гурова. Иван Безбородов. Елена Афанасьева. Елена Одинцова. Партия органа, лауреат международных конкурсов Тимур Карданов. Концерт провери Нелли Габрилян. И Ашот Бабаянц. Леонард Коэн. Аллилуйя. Thank you.
Мы благодарим вас за внимание, поздравляем вас с наступившим Старым Новым Годом и желаем вам всего самого теплого в Новом Году. Благодарим вас за внимание. До новых встреч!